Ну что ж, в студии третья часть моего заказа, моих нескольких коробок. Вот такой вот длинный-длинный заказ. С вами Кононова Аня. Тут еще, значит, чек на 6 тысяч попался, да, такой вот небольшой. Далее. Что я взяла? Я взяла вот такой вот коллаген. Это пептиды рыбного коллагена. Что очень-очень понравился, коллаген идет как морской. С артикулом 158-76. Тут вы увидите про него уже вставочку, я его попробовала, но, к сожалению, мы не поняли от него вообще никакого эффекта. Почему? Потому что мы его в поездке выпили втроем, даже вчетвером. Воспитатель, я, муж и дочь старшая. Угу. Нам его хватило буквально на чуть-чуть. Тут 21 порция, ну вот считайте, на четверых. Каждый, ну можно сказать, по чуть-чуть, и никто ничего не понял. Поэтому я заказала сейчас вот этот коллаген. Для чего? Ну, вообще, они мне его помогали пить, чтобы с собой не таскать по всем странам и городам, так как предыдущие, да, VIP-новинки я заказывала на школу развития человека как раз-таки, да, и так получилось, что я говорю, зачем нам весь этот лишний вес, давайте расходовать кто чего может. И мы прям начали каждый день пить вот эти пептиды, и могу вам сказать, что в желудке ощущения просто великолепные, у него есть какой-то легкий минимальный привкус, он не совсем безвкусный, но что мне в нем понравилось, вот, знаете, ощущение, как будто слегка немножечко что-то как-то вот полегче стало, больше энергии стало. Ну, потому что, когда ты путешествуешь в дороге, вот это вот все бегом-бегом, 4 дня там, следующая страна 5 дней там, следующая страна 7 дней там. У нас было прям огромнейшее турне, и на школу развития человека мы уже прилетели с бизнес-встречи из Турции. В Турции провели несколько бизнес-встреч, потом приехали на школу развития человека, потом Беларусь, потом Кыргызстан, да. И вот это вот турне командировочное, конечно, вместе со всеми детками, хоть мы и взяли с собой воспитание, для Вики, все равно как-то, вот знаете, тяжеловато. А тут мы его быстренько пропили-выпили, я чувствую, что у меня усталости к вечеру как будто меньше. Может, мне и правда коллагена не хватало. Артикул 158-76. Но этот коллаген, он же не только для молодости. Мы должны с вами понимать, что этот коллаген еще и дает силы сердцу биться, эластичность повышает в хрящах, в тканях, эти же коленки, мало ли у кого-то болят. Его тоже нужно принимать. Он не только для молодости, да, он, конечно, больше для здоровья. 158-76. Вот поэтому я заказала еще пакет и хочу пропить его сама, одна, чтобы уже понять, эффект от него, не эффект, да, то есть вот реально, в такой гонке мы все быстренько вчетвером выпили и все, больше ничего не скажу. Далее, заказала я по акции для VIP-консультанта 70% скидкой вот такую красоту, энзимку 10, кардио суппорт, у меня, как говорится, два регистрационных номера, потому что один наш с Антоном, второй регистрационный номер дочки, мы рубиновые VIP, она золотой VIP, и я очень часто беру именно БАДы по ВИПу, и могу вам сказать, что это, ну, превеликая просто экономия. Вот тут я взяла вот такой БАД, и мне тут же его прописала врач, потому что нашла у меня небольшую, говорит, аритмию, говорит, попей кардио месяца 2-3. Ну, вот это на 2 месяца, 2 баночки на 2 месяца, закажу еще третью. Еще хочу папе с мамой заказать все крови со свекру. В общем, опять у меня заказ будет баллов на 600 следующий. Но это не столь суть важно. Что делает этот кардио-суппорт? Он называется кардиоподдержка. В целом он стимулирует обмен энергии в клетках миокарда, а также улучшает капиллярное кровообращение и стирает холестериновые бляшки в сосудах. Представляете? Укрепляет сердечную мышцу, улучшает кровообращение, способствует уменьшению холестериновых бляшек в крови, нормализует обмен энергии в клетках миокарда, обладает антиоксидантными свойствами. Тут у нас идет 60 капсул по 582 миллиграмма. Состав тоже тут, ну, я бы назвала божественный, потому что я его пропивала уже 2 раза с того момента, как он вышел. И могу вам сказать, что да, действительно он классный. Особенно вот люди, у которых есть вредные привычки, ну, я не знаю, там, кофе, сигареты, вино, лишь бы ничего не хуже, да, обратите внимание на этот БАД. Он укрепляет сердечную мышцу и улучшает кровообращение. Также состав у него тут очень классный. Экстракт граната и горца японского обладает эффектом стимуляции энергетического обмена в клетках миокарда. Ну, вообще, я считаю, что это очень хороший такой состав. В том числе он восстанавливает даже ранее поврежденные, перенесенные ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда, миокардита. Особенно выражен эффект при хронической сердечной недостаточности, гипоксии и оксидативном стрессе клеток. Витамин К2, менахинон, он обладает уникальным эффектом стирания атеросклеротических бляшек в артериях, увеличивает просвет коронаров, профилактики развития склеротических процессов. Это, вот знаете, это очень мега важно в наше время, потому что много еды не очень-то полезной мы едим. Экстракт арония – это универсальный антиоксидант, хорошо синергирует с гранатом и ресвератролом. Далее, конечно же, селен. Эта вещь нормализует синтез белка, стабилизирует энергетический обмен,
селен и обеспечивает профилактику рубцовых процессов при ишемической болезни сердца. Но селен у нас с вами еще и гормональный фон улучшает. Я вот сейчас сдавала анализы, и мне прописали нашего селена 4 штучки. После ужина я его пью. Поэтому вот этот кардиосуппорт, конечно, для меня огромная находка. Даже не знаю, как я раньше без него жила. Да, вот так. Вот так вот можно сказать. Так, пару баночек убираю. Далее коэнзим Q10. Вкратце говоря, это срок жизни наших клеток с вами. Что он делает? Он обеспечивает мощное разностороннее действие на метаболические процессы, повышает адаптационный потенциал организма, обладает ярко выраженным антиоксидантным действием, способствует выработке энергии на клеточном уровне. Это не то, что вы его выпили и запрыгали. Нет, это на клеточном уровне. Положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение, положительно влияет на состояние сосудов, разжижает кровь. 60 капсул по 464 миллиграмма. Коэнзим Q10 влияет на энергетический обмен в организме, замедляет образование свободных радикалов в клетках, стимулирует процессы кроветворения и сердечную деятельность, улучшает деятельность тимуса вилочковой железы, повышает сопротивляемость организма с заболеваниями и инфекциями, предупреждает, ребята, ишемии миокарда, устраняет синдром хронической усталости и астению, замедляет процессы старения. Далее, арония черноплодная содержит антоцианы, которые обладают способностью перехватывать многие виды свободных радикалов, снижает в плазме крови уровень общего холестерина, триглицеридов и цереактивного белка. Также экстракт чеснока, который обладает способностью снижать уровень плохого холестерина, расширяет коронарные сосуды. Ну и наш знаменитый дигидрокверцетин и витамин А – это мощные антиоксиданты, которые хорошо сочетаются с коэнзимом Q10. В общем, такая вот прям звезда у нас есть в компании Faberlic, очень классный. Ну и, конечно, поддержка печени – это для всех, как мой доктор говорит, нужно обязательно начинать прием БАДов с поддержки печени и поддержки кишечника. Артикул 158.42 – это такой крутой БАД, который, ну, сами знаете, от печени даже бывает кашель, да, потому что если она неправильно работает, бывают проблемы. И вот как раз вот это у нас с вами получается не просто поддержка печени, а это оптимально подобранный комплекс, который объединяет в себе печеночные протекторы и иммуномодуляторы с противовоспалительным действием. Он и помогает печени, и лечит, восстанавливает синтез ферментов печени, регулирует обмен жировых клеток, обладает мощным желчегонным эффектом, оказывает антиоксидантный эффект, идет 60 капсул по 662 миллиграмма, артикул 158.42. В состав у него входит смесь бурых водорослей, они нормализуют структуру мембран гепатоцитов, синтез и обмен ферментов печени, гликогена, жира, обладает мощной иммуномодулирующей активностью, экстракт расторопши стимулирует синтез белка в гепатоцитах, восстанавливает липидный обмен в клетках печени, а также обладает выраженным антитоксичным действием. Такой вот есть в составе еще ДИМ. Да? Да, есть такой в составе ДИМ. Это дииндоллилметан. Это фракция экстракта брокколи, оказывается. Я тоже пошла в интернете читать. А оказывается, на сайте есть, что это такое. Да, он обладает выраженным противовоспалительным и иммуномодулирующим эффектом. Подавляет воспалительные процессы в печени. Экстракт опунции корректирует, нормализует липидный обмен печени. И также экстракт артишока, который поддерживает здоровье печени, увеличивает выработку желчи, что способствует детоксикации, а также здоровому пищеварению и усвоению жирорастворимых питательных веществ. Вот смотрите, когда мой врач начала смотреть вот эти вот все БАДы, она сказала в первую очередь пропей поддержку печени и поддержку кишечника. Я их пила до обеда за 40 минут, обязательно на голодный желудок. Она так сказала, что они полностью усваиваются, если их пить на голодный желудок. И если их пить опять-таки на голодный желудок, они становятся прям крутыми лечебными БАДами. То есть они лечат, они только поддерживают. Но эта информация только от нее, потому что она посмотрела этот состав. На самом деле у нее стаж 30 лет, поэтому 30 лет практики, я ей доверяю. Но, конечно, вам лучше проконсультироваться со своим врачом, как говорится. Мало ли что, кто в интернете скажет, лучше показать вот этот состав врачу, чтобы уже врач сказал. Да, тут еще, видите, витамин Е и так далее. Что хочется про него сказать? Его нужно пить, если вы ни разу его не пили, месяца 3. Тогда вы увидите реально ошеломительный эффект, и клево, и классно. Когда я первый раз пропила поддержку печени и поддержку кишечника, когда они у меня появились, у меня полностью прошло все в
раздутие, газообразование, рези какие-то в кишечнике. В общем, у меня вообще ушли проблемы. Я даже не знала, что они могут уйти. Я к ним до такой степени привыкла, и я думала, что это нормально. А оказалось, это ненормально. Нужно просто подлечиться. Вот оно что. Но это лично мое, конечно. Далее, ультракондиционер для белья. По-моему, он в прошлом обзоре был. 308.09 артикул. Очень вкусный тропический аромат. Так, тут у нас что? Так, этот бальзам тоже был в прошлом обзоре. Это кислородный бальзам «Моя любовь» 5806. Пользуюсь им реально каждый день на протяжении уже, многих лет. Дальше, Black Amber Relax. Очень приятный ароматический диффузор. На самом деле он выглядит просто великолепно. Это еще и украшение интерьера. И, на мой взгляд, это улучшает прям вообще качество воздуха. Ну и, конечно, позитив Daisy Water с артикулом 159. Тоже очень крутая штука. Приятный такой, нежный, хорошенький ароматик. То есть вот, мандарин фреш брать не стала, как-то не хочется мне мандарин, вот у нас был. А вот эти три аромата, я их прям набрала побольше, но у меня уже много забрали девочки. Далее очень крутая умывалочка, мягкий гель для умывания 0,589 для людей, у которых много прям избыток кожного сала, внешних загрязнений, часто красится, вот он прям очень хорошо глубоко очищает и бережно очищает именно раздраженную кожу, потому что линейка антиакне. Очень такой нежный гельчик прозрачный, пахнет чем-то таким, знаете, горьковатым, это уход, да, уход получается, вот так вот. И могу сказать, что очень хорошо работает. Дальше, так, ливер убираем, у нас остается Bovel. Ой, какой он маленький, господи. В общем, ладно, я его нашла, я думала, что я его не заказала, потеряла в коробке. Так, значит, Bovel Support, это поддержка кишечника. Он тоже делает просто огромный спектр всяких полезностей для организма. Я про него недавно уже прям рассказывала и пела про него оды, но быстренько оговорюсь еще. Значит, тут в составе идет 60 капсул по 549 миллиграмм. В целом он идет при дисбалансе нервной регуляции пищеварения, приводящей к нарушению моторики. Он подавляет хронические воспаления в кишечнике, нормализует моторику кишечника, такие вот, да, капсулки. Восстанавливает пораженную слизистую оболочку и оказывает спазмолитическое действие. Знаете, бывает синдром дырявого кишечника, когда люди не знают, что поесть, от всего их пучит, все плохо им, тяжесть у них. Они с этой тяжестью десятками лет некоторые живут. Вот. Это средство мне очень хорошо помогло. Артикул 158-56. Также он обеспечивает бактерицидные разножизоживляющие и тонизирующие эффекты. Да? 60 капсул по 549 мг. Быстренько пробежимся по составчику. Это экстракт бамбук, который обладает противовоспалительным, антисептическим, антиоксидантным, противопаразитарными свойствами. Используется для лечения дизентерии, вирусных колитов и энтероколитов. Фукусопорошок улучшает пищеварение и способствует восстановлению здоровья микрофлоры, желудочно-кишечного тракта, помогает полноценному всасыванию питательных веществ, обладает высокой антибактериальной активностью, что делает его просто незаменимым для нормализации функций желудочно-кишечного тракта и кишечной флоры. Третье – это экстракт корня имбиря, оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, рассасывающее, заживляющее, обезболивающее. Экстракт алоэ вера – это четвертое уже составляющее экстракт алоэ вера. Он у нас с вами отвечает за бактерицидное, противовоспалительное, противомикробное, разнозаживляющее и слегка слабительное действие. Помогает при лечении органов желудочно-кишечного тракта для нормализации пищеварения, улучшения аппетита. В общем, крутая штука. Я попробовала, мне очень подошло. Также пил мой папа. Вот это все я уже в прошлом обзоре рассказывала. Почему-то вот не убрала. Family Comfort, это 158-46. Очень хорошая штука, да. Далее Bovel Detox, это очищение кишечника, 158-39. И Joint Super, это поддержка суставов. Очень тоже хорошо поддерживает. 158-33. У меня Joint Super 3 банки заказали. Далее давайте же посмотрим вот эту вот малюську. Как же она открывается так тут. Ой. Да, сложно найти. Значит, у этой малюськи артикул 41-138. Первый раз при вас открываю, но это реально интересно. Это девочкам можно даже в куклы поиграть. Да, тут то есть защелочка есть. Она не отваливается, достаточно хорошо крепится. Ну, это такой обычный бальзам с очень приятным привкусом и ароматом. Слушайте, ну прикольно. Вообще классно такое за однаким с чем-то вот подарить. Даже девчонке лет 16. Ей тоже будет это очень даже мило с нашей стороны такое вот подарить. Прикольно.
Так, дальше. Вот такой шприц гиалуроника. Называется корректор глубоких морщин. С артикулом 3071. Очень его люблю. Ну, шприцы им, конечно, не колются, но штука великолепная. Во-первых, он идет в такой коробке. Во-вторых, у него идет такое вот составляющее очень интересное. Что он делает? Он борется с деформалами овала лица и глубокими уже морщинами. Корректор глубоких морщин, как же он и называется, да, заполняет и разглаживает глубокие морщинки, интенсивно увлажняет кожу. Тут тоже нужно повернуть и вот так вот нажимать. И прямо вот в морщинки его раскладывать. Вот сейчас он, видите, пошел. Вот он такой. Раскладываете его куда-то в морщинки. Ну, я вот так вот, если честно, морщинки вот так вот прям наношу, разношу, да, вот если они есть на лице. Он шелковистый, приятный, очень такой, хватает его, в принципе, надолго. На всю шею я его люблю наносить целиком вообще, да, выдавлю там раза три, нажму, уже пожирнее, на шею наношу, прям шикарно. Что еще у него есть? Он выталкивает морщины, захватывает и удерживает воду в коже. Через час после нанесения кожа более гладкая, но максимальная эффективность через 6 часов. Представляете? Пептид, который работает на усиление, естественно, синтеза гиалуроновой кислоты в коже, это средство для контурирования лица, которое повышает плотность кожи, делает ее более подтянутой, упругой и увлажненной. Также в состав идет новофтемо-2 кислородный комплекс, который активизирует локальную микроциркуляцию, витамин Е, витамин молодости и витамин С, выравнивает, осветляет тон кожи, стимулирует синтез коллагена. Еще пентовитин, забыла сказать, он сохраняет влагу в коже, способствует поддержанию ее упругости. В общем, такой вот маленький шприц, кладезь вернее. И, конечно же, на подарок тоже будет очень красиво, особенно тем, кто уже 30, например, плюс, это будет здорово. Далее, крем антиакне для лица. Я его уже недавно показывала, потому что я его заказывала, но Катюшка его, конечно же, израсходовала. Артикул 0591. Довольно-таки действенный крем, хороший, отличный, консистенция неплохая. Если им пользоваться утром и вечером, он принесет, конечно же, результат. Артикул 0591. А не тогда, когда усыпалось лицо, и мы начинаем понимать, что, ой, блин, лицо усыпалось, ой, что делать? Начинаем мазать и, конечно же, измазываем целый тюбик, и где-то к концу тюбика прыщики начинают проходить. Если же лицо проблемное, то, конечно, нужно и о кишечнике подумать, и заранее о лице. Дальше тут еще есть у меня кое-что на 3000. Крем-спрей для волос и так далее. Потом, значит, идут такие вот тросики. А я их заказала, так как я уже VIP-рубиновый статус у меня. Я скоро 10 лет в компании, 70% скидкой. Вот такие вот обычные трусики. Очень нравятся, прикольные, классные, такие легкие, простецкие такие, хорошенькие, ежедневки, повседневки, как их можно назвать. Размер 1XL, артикул 502-059. Двое штук абсолютно одинаковых. В принципе, фирма Флоранж мне всегда очень нравилась. Далее, мои любимые патчи, наилюбимейшие просто, и те, и другие. Вот, нашла открытую коробочку. Прям очень классные патчи. Это я их заказала себе уже тоже на школу развития человека, когда делала заказ. Вот, столько у меня еще много осталось. Приехала домой, разленилась слегка. Да, разленилась. И, честно сказать, очень рада, что в компании Faberlic вообще когда-то вот именно эти патчи появились. Они очень крутые, большие. Значит, эти патчи идут с экстракт икры, комплекс пептидов и гидролизированный коллаген. Такой вот у них мощный, классный состав. Я их очень часто дарю, и очень часто на них идет такой замечательный отклик. Они просят продать еще, говорят, какие они классные. В общем, супер, поэтому новую коробочку открывать не буду. Почему? Почему? Потому что в новой коробочке у нас с вами получается срок открытия, если они открываются, всего 1,5 месяца. Так-то у них срок хороший, да, видите, все отлично до 26 года, но если вы их вскрыли за 1,5 месяца, будьте добры израсходовать. Лучше, конечно, за месяц. Вот, ну, тут как раз их 60 штук, поэтому быстренько они уходят по штучке на века, и получается 30 дней. Так-то, по идее, да, ну, если мало ли где-то что-то пропускаете. Эти патчи, они очень хорошо, опять-таки, увлажняют. Если эти выпрямляют глазки сразу, да, выпрямляют, вот именно что выпрямляют, да, это слово-то какое. Много кто из подписчиков его не любит, но, к сожалению, я не знаю, ну, разглаживает, да, получается. То вот эти у нас с вами патчи, они идут с таким пролонгированным действием. Они не только вот с морщинками сейчас сразу борются, но они еще и
ими вроде перестал пользоваться, а еще до сих пор круто и классно. Очень люблю наложить крем на веки и потом запечатать еще патчами. Действие вообще суперское, умножается сразу все на 2. У них тоже просто мега крутой состав, я их очень-очень люблю. Именно эти патчики, они прям вот суперские. Артикул 0916. Ну и как вы видите, я поменяла коробочку. Теперь у меня такая вот малышка тут. Да, ну и тут очень мало, поэтому все быстренько вам буду рассказывать. Ну, во-первых, парфюмерная водичка Сафа или Сафа. До сих пор не знаю ударения. По Берлик Драйве это было все с 70% скидкой. И я, конечно, быстренько все это заказала. Честно сказать, набрала их на подарки, но вот эту водичку я в прошлый раз просто износила на себе, если так можно выразиться, да? Артикул 3342. Сафа – это Восток. Это сочный фруктовый такой амбровый аромат. Видите, тут такая вот упаковочка, картоночка. Все будет хорошо доставлено, ничего не разобьется, как мы говорим. Эту я водичку открою. Ой, как она мне нравится. Сразу же дошла такая сладкая кислинка, прям сладкущая кислинка. Я бы сказала, приторно-сладкая. Альфакторная пирамида. Тут идут верхние ноты. Лист пальмы, сицилийский лимон, юдзу. Ноты сердца идут жасмин, горденья, амбрабелла. Это ямайская слива и сахарная пудра. Базовые ноты у нас идут абсолют мадагаскарской ванили, амбра, сандал и муксус. Для меня это такая, знаете, нежная нежнятина. Сладкая, приторно-сладкая, лично она для меня, но не приторная. Прям очень вкусно, классно и клево. Я прям ее очень полюбила. Следующую водичку давайте возьмем Summer. Вода, которая, в принципе, тоже очень приятная. Это пряный древесный аромат. То есть пряный аромат, это уже на любителя. У меня есть такая вот открытая версия. Да, ну и вы понимаете, раз она открыта, раз она до сих пор есть у меня. Еще и смотрите, видно, что пыль. Да? Ну, такой тонкий слой, но видно. То есть уже покрылась пылью, стоя на полке. Это говорит о том, что мужу она не особо-то и зашла. Почему? Потому что тут у нее идет не только пряный древесный аромат, но верхние ноты тут идет базилик, бергамот, мандарин. Вроде бы так отлично. Но потом начинается фиалковый лист, лаванда, шалфей, яблоко. А потом начинается кедр, пачули и ветивер. Вроде бы состав классный, клевый, но мне он напомнил, знаете, какой-то, не знаю, какой-то, может быть, это для более взрослых мужчин, я бы так выразилась, хотя аромат легкий, он не бьет в нос, он не сильно сладкий, он не сильно свежий, там в нем есть и сластинка, и свежинка, и такая, как сказать, мужская нота очень такая, ничего, все в нем есть, вроде бы, но чего-то как будто не хватает. Знаете, как будто такой вот аромат лично для меня чего-то не хватает. Вот поэтому она у меня до сих пор и стоит. Но у меня ее уже 2 раза заказывала девушка для своего молодого человека, да. И я знаю, что скоро они меня пригласят на день рождения. И я ему такую вот водичку закажу. Ей она прям зашла. Вот понимаете, что-то у нас носы не сошлись в этот раз с ней. Дальше, значит, вот такая вода. Ой, не знаю, Чала, Гала, как она называется, Шейла, Шала. В общем, так и не смогла прочитать, но она действительно очень вкусная. Артикул 3-3-4. Тут уже такой гурманско-фруктово-мускусный аромат. Достаточно такой насыщенный очень. Вот, смотрите, у меня есть открытая версия, поэтому эту версию я трогать не буду. Такая вот у меня открытая есть версия. И она мне, в принципе, очень даже нравится. Это водица, но все-таки она немножко грубовата. И первое, что я чувствую и тогда, и сейчас, ежевику. Прямо такая грубая ежевика, но больше, скорее всего, не свежая, а такое, типа ванильной такой ежевики, я бы так выразилась. Потом, значит, идет у нее жасмин, иланг-иланг. Ноты сердца идет гранат, магаданская ваниль, розовое дерево. Базовые ноты идут амбра, мускус, сандал и кедр. Тут идут верхние ноты, ноты сердца и базовые ноты. То есть шлейфа как такового не заявлено в этой водице. И вот я просто чувствую вот эту вот ежевичную сладость, ежевично-цветочную. И тоже как бы для меня она сладковата. Я поносила 3 дня этот аромат на себе и могу сказать, что это не моя вода, но у меня ее тоже очень много, очень часто берут. Поэтому по Фаберлик Драйву я, конечно, таких водичек набрала. Тем более у меня есть оригиналы, и люди могут эти оригиналы послушать, ознакомиться, и у меня уже все есть в наличии, это тоже здорово. Следующая вода Адреналин. Очень понравилась моему мужу, прям безумно. Артикул у него идет 3272.
довольно-таки сильная водица, которая меня покорила своей такой мужественной простотой. Вы знаете, вот чем мужчины лично для меня, да, красивые, а тем, что они идут как надежное плечо и в любой ситуации бывают рядом. Неважно, как ты выглядишь, неважно, что с тобой, они всегда рядом. И вот эта вот вода напомнила мне какого-то вот такого сильного мужчину, который действительно заступится, действительно поддержит и действительно будет как бы, ну, надежен, да, вообще по жизни и года вперед. И вот как раз вот этот древесно-ароматический, хоть и гурманский аромат, но он мне очень понравился. Прям в самое сердце. Он великолепен. Сейчас я его еще освежу. Сюда еще не брызгала, да? Ну, вообще, очень понравился, конечно, да. Сначала он дает вот первые прям секунды, он дает прям такой, знаете, спирт в нос, и непонятно. Потом выходит вот это вот терпкий зеленый грейпфрут, то есть зеленый, вроде бы как должно быть что-то мягкое и легкое, но терпкий зеленый грейпфрут с бергамотом, и прямо очень вкусно и приятное вот это вот ощущение какой-то свежести. Также еще вот в верхних нотах есть гранадилла. Вот это я вообще не знаю, гранадил. Ноты сердца тут фейха, жасмин, шалфей. И базовые ноты, ну, конечно же, кедр, ваниль и кофе, ристретто. В общем, очень понравился. Это, мне кажется, такая водица, которая универсальная, понравится всем, она крутая, да, тоже, вот видите, у меня есть открытая версия, очень хочется эту водицу, как маленькую версию, очень жду в VIP-новинках маленькую версию этой воды, чтобы брать ее в путешествие, потому что брать с собой 100 мл и их там таскать везде, да еще они стеклянные, тяжеловато, а тут все вскрывать и напшикивать, какой-то диффузор, тоже как бы половину прольешь, половина выдохнется и так далее, мне бы хотелось маленькую версию, 30 мл, чтобы муж с собой ее брал. Вот этот аромат я просто не могу. Вот прям мне очень понравился. И последний такой вот аромат, который я взяла, это Глориус. Адреналин у нас шел 100 мл, а Глориус у нас тоже 100 мл, по-моему, да? Да. Артикул 3255. У меня тоже есть оригинал, только без коробочки этого Глориуса. Как будто это, знаете, микрофон, куда-то идти выступать, да? Обратите внимание, какая это красота. Прикольно. Это последнее. Сейчас нанесу себе на запястье. Послушаю его еще разочек, потому что хочется. Как направление всего аромата в целом. Энергичный, цитрусово-древесный, с яркой нотой веридинского кедра. То есть вот такое у него направление. Верхняя нота идет как раз-таки гватемальский кардамон, яблоко, лимон, лайм и юзу. Ноты сердца лавандин, смола, элеми и мускатный шалфей. И шлейф, тут есть шлейф, идет как веригинский кедр, пачули и лабданум. Или лабданум, вот честно не знаю. В прошлый раз читала, тоже понять не могу. И в этот раз тоже вот не могу понять. Тоже очень приятная вода. И вот если между этими двумя выбирать, это вот на первом месте будет это, потому что у нее тут более выраженная сластинка, тут менее выраженная, тут больше озоновых нот очень много. Тут, значит, озоновых нот нету, тут уже такая больше сластинка, но не для взрослых мужчин, такая вот современная. А Summer это вот, не знаю, мне чего-то тут не хватило. Ну, лично мне, моему носу. Хотя со мной подруга спорит и говорит, что ты не права, это очень вкусная вода, ну, про Summer-то, да? А мне вот не хватает. В общем, вот адреналин, это прям моя вода. Прям вот то, что я хотела для мужа. Так, дальше я заказала иммуномодулятор Forte с артикулом 158-58. Тут тоже 60 капсул. Что мне нравится, тут идет в составе куркумин. И вот этот иммуномодулятор именно Forte, посмотрев врач в состав, сказала, что моей Вике, ей 10 лет, ей можно его принимать, если сильно заболела, то даже по 2 штуки в день, если сильно заболела. Если так, мы видим, что там сопли, еще что-то, то, конечно, иммуномодулятор куда круче, чем таблетка из аптеки. Это, конечно, несравненно. Значит, что он делает? Он способствует укреплению иммунитета, хотя это для взрослых. Способствует уменьшению воспалительных процессов в организме, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижает уровень холестерина в крови. Тут в составе идет эхиноцея, которая поддерживает общее иммунное здоровье, дигидрокверцетин, который обладает мощным противовоспалительным и противоаллергенными свойствами, укрепляет и восстанавливает соединительную ткань, сосуды, капилляры, препятствует образованию тромбов. Видите, какие они яркие. Это куркумин тут в
составе. И как раз-таки куркумин, он поддерживает здоровье сердца, здоровье мозга, здоровье суставов, способствует снижению воспалительных реакций, защищая клетки от окислительного стресса. И фукус пузырчатый является естественным источником микроэлементов, в том числе йода, необходимого для нормальной выработки гормонов, стимулирующих щитовидную железу. В общем, такой вот тут состав идет. Вот смотрите, я вам сейчас покажу этот состав, потому что вот это моей 10-летней дочке доктор разрешила пить и сказала, а чего тут такого, поэтому прям все-все-все вам показываю. Вот еще тут есть железо, витамин D3, да, то есть, ну, очень хороший состав куркумы корней, то есть, видите, прям великолепно. И когда мы, допустим, Вика перекупалась в бассейне, я могу ей на ночь дать иммуномодулятор Форте перед ужином, да, то есть она покупалась, выпила одну таблеточку иммуномодулятора, ну, если чувствуешь, что она купается, раз чихнула, два чихнула, думаю, то ли вирус, то ли переохладилась, а из бассейна не вытащишь, орет, ревет. Думаю, дай-ка я ей дам. И вот вы знаете, никогда не промазывала. Если она заболевала, она выздоравливала намного быстрее, потому что помощь была на всякий случай оказана. Во-вторых, дети, которые там едят сладкое, вредное, еще что-то, особенно на курортах, это неизбежно, когда они видят ряд этих пирожных, неизвестно из чего сделанных, да, вот где вот, допустим, все включено в Турции. Попробуй ребенку скажи, что ты не будешь есть это пирожное. Там, ну, вообще, как бы, тут, там за каждым столиком их горы, да, и ребенок что другие едят, в общем-то. И, конечно, сбои бывают, потому что сладкое, сахар, дрожжевое и так далее, вот, ну, вот все, что вредно, оно помогает расти патогенной микрофлоре. И когда патогенная микрофлора растет, симбионтная, понятно, борется с патогенной. И если в такое время переохладиться или еще что-то, ну, это уже тоже со слов врача, то, конечно, организм ослаблен, потому что он, во-первых, у него акклиматизация, во-вторых, чужая обстановка, и, в-третьих, чужие вирусы и чужая еда, не так приготовленная, выращенная в других условиях, все такое прочее. И мы, конечно, можем даже через день по таблеточке иммуномодулятора Форте высыпать в ложечку, разбулькивать так вот ее с ложечки, потому что капсулы не пьет, не хочет. Омегу она раскусывает, жует как жвачку, ей очень нравится, а вот эти она не хочет. И мы, значит, даем, и она проглатывает, пьет за 40 минут до любого приема пищи, неважно, до завтрака, до обеда, до ужина. Главное вот эти, ага, видите, куркумин на ладошке, да, главное эти 40 минут выдержать до приема пищи, воды, сколько угодно пусть пьет. И мы в поездке очень часто, если я чувствую, например, на 5-й, на 6-й день усталость, поездки бывают всякие, вот как сейчас за месяц, да, 4 страны, это, ну, тяжеловато, я тоже начинаю его пить его и понимаю, что да, как-то получше. Мне нравится эффект, поэтому вот 158-58, он всегда в нашей аптечке и всегда в наших путешествиях. Он у нас всегда есть. Очень крутой БАД, который вот врач разрешила даже нашему ребенку. То есть там поддержка печени, поддержка кишечника, поддержка зрения. Она сказала, нет, ребенку это не надо. А вот этот она сказала, можно, пейте. Очень хороший состав для детей. А остальные БАДы, конечно, взрослые. Если взрослая дозировка у нас получается 2 капсулы, то, допустим, для 10-летнего ребенка это может быть 1 капсула, а там для 6-летнего это может быть пол капсулы, да, то есть 1 капсула на 2 применения. То есть вот такая вот красота. Мне очень нравится, что я могу без таблеток в поездках обойтись. Мне это важно. Так, дальше, что это у нас такое? 2 каких-то разных штучки. А, это кремчик с аргинином. Очень мне нравится. 12,79. Порезы, ушибы, заусенцы, укусы комаров. В общем, он от всего. Такой клевый, классный кремчик. Коробочку мы выкидываем. Тут есть очень даже такая хорошая аннотация. Что тут содержится? Имбирь, каштан, донник. Листья, получается, подорожника. Да, ну, сами понимаете, от чего все это восстанавливают, улучшают защитную реакцию кожи вдобавок. Артикул 1279. Такой вот обычный беленький хорошенький кремушка. То есть обычно, господи, желтая рука. Пойду отмывать. Следующий крем у нас идет бальзам-растирка с пчелиным ядом. Очень сильно мне помогает от боли в коленях, от боли в спине, от боли после шпилек. Ну, от всего, да. То есть он снимает напряжение, неприятные ощущения. Еще если его перемешать с Signum One, это вообще бомба. Если я чувствую, что у меня вечером болит спина, я натираюсь, я намазываюсь, я укрываюсь, ложусь под одеялом. Конечно, сабельник в этом моменте лучше работает, но я не могу переносить его аромат. К сожалению, признаюсь, не могу. Очень хорошо работает, но я его отдала свекрови, свекровь в восторге, я еще 10 штук ей отправила на ее пункт выдачи,
чтобы она там его получила и кайфовала в огороде. А я не могу, прям сил нет у меня на этот сабельник. А вот этот мне тоже очень хорошо помогает, артикул 1280. Это как раз-таки идет как бальзам растирка. Он немножечко, еле-еле заметно где-то вот дает какое-то тепло, и то только под одеялом. И рекомендуется для нанесения на кожу в области суставов, поясницы после интенсивной физической нагрузки. Снимает напряжение, неприятные ощущения. Я помню, когда я пришла с тренировки, а я ж только начну заброшу, Силы воли у меня тут не хватает в этом моменте. И, конечно же, ножки всегда, вот я после тренировки трясутся. Я намажу пчелиным ядом, потому что понимаю, что если сегодня ножки трясутся, завтра будет веселуха будет. И как бы очень хорошо переношу даже все тренировки. Вот такая красота. Такой вот он простой, обычный, хорошо впитывается. Мне он очень помог. Я его наносила на руку, когда мы пересекали границу пешим образом из Узбекистана в Таджикистан. Кто вот переходил эту границу, к нам очень часто лидеры из Таджикистана вот эту границу пересекают, переходят. Конечно, с большой сумкой, там дороги особо нет, и с большой сумкой это очень тяжко получается. И ого-го, перепало нам так это. Хорошо, у меня рука очень сильно заболела в самом Таджикистане, и я не знала, что делать. И вот у меня был с собой Signum One и от спины бальзам растирка с пчелиным ядом. И я просто утром, днем, вечером, да, то есть я мыла руку и намазывала, У него такой, ну, есть у него, конечно, запах, но не такой, что прям задыхаться в нос бить, да, то есть маленечко такая горчиночка, перчиночка, какой-то такой запах у него есть, но он не сильный. И мне, в принципе, это очень понравилось, и у меня рука прошла буквально за 2 дня. Я про это сняла, конечно же, сразу отзыв, сразу ролик, и еще раз повторяюсь, потому что я просто в сторисы в Телеграме. У меня сейчас вся жизнь в Телеграме, дорогие мои. На Ютубе сторисы убрали, Инстаграм нужно долго заходить, потому что нужно через VPN, то есть вот это все сложно. У меня, я сейчас все в Телеграм гружу, а до Инстаграма мало чего доходит. Поэтому вот этот вот бальзам растилка с пчелиным ядом, это просто спасение. Дальше, значит, такой вот порошок. Да, то есть такая вот красота. Это стиральный порошок для жесткой воды, для светлых и белых тканей. Очень мне нравится. Раньше я заказывала гель, но геля, который каталог наличия нет в Faberlic Home. А, может быть, вы знаете. Вот меня очень часто спрашивают наличие того или другого товара. Я такой же консультант, я также делаю заказы. Мне тоже интересно, будет или не будет это еще в наличии. С артикулом 118.91 я нашла замену гелю, который у меня закончился, к сожалению. Очень был классный гель. К сожалению, его нету. И это для цветных тканей. Тоже нажала, кликнула. Артикул 118.92. Вот такая вот маленькая коробочка пришла. Еще пришли наклейки парфюмерные моей самой сейчас на данный момент любимой водой. Это Шанти. Я очень люблю Шанти. Он еще идет с успокаивающим дзен-комплексом. Когда я иду на сцену, я всегда наношу на себя Шанти. И вы знаете, оно реально, девочки, оно реально работает. Оно реально меня как-то вот умиротворяет. И я меньше переживаю, меньше волнуюсь и спокойнее выступаю. И вот сейчас появились такие вот наклеечки, да, то есть вы вырезаете, что вам нужно. И вот этот аромат можете носить на себе в виде, блин, пахнет вкусно, да, в виде наклеечек таких, да, то есть что-то можно вырезать на руку, там, не знаю, на ключицу, вот красиво будет, да, вот эта вот маленькая такая, стрелочки какие-то, да, то есть очень красиво, но у меня еще и младшая дочь очень любит все эти наклейки, поэтому... Да, что-то новенькое, она, конечно, сразу же заинтересуется. И я снимаю эту пленку, мочу целиком, ей так вот шлеп на ногу, она ходит, разглядывает эти рисунки, довольная. В общем, да, такая я мамаша. Я ее вот так разрезаю на 3 части и на ногу, и она ходит потом и разглядывает это все. Значки очень хорошие, позитивные, означают тут счастье, добро, удача, изобилие. В общем, значки классные, да, то есть красивые. Супер, просто супер. Ну и пару тушей. С превеликим удовольствием взяла. Значит, первую тушь я уже вам показывала с артикулом 56764. Сейчас вы посмотрите на нее отзыв повторно. Тушь мне понравилась, действительно классная. Так, ну что, сейчас будем пробовать тушь. Так. Очень интересно, конечно. Хочется посмотреть. Да, объем действительно очень хороший. На стойкость пока не могу сказать, конечно же, но объем, разделение клевое. Конечно, факт. Разница феноменальная. Так. Ну вот, первый слой.
могу сказать, что здорово. В уголочек глаза не очень удобно. Вот. А так, на самом деле, тушь прям создает такие веерные реснички, я бы сказала. Очень удобно ей краситься. То есть не нужно разделять, не нужно бояться, что они слипнутся. Это очень приятно. Прикольно. Я тушью крашу всегда. Сначала очень хорошо прокрашиваю корни. Да, то есть видим, тут ничего, тут много чего стало. Да, то есть всегда сначала прокрашиваю корешочки, а потом уже делаю второй слой. И могу сказать, что очень даже симпатично получается. Да, видите сами, сразу же объем появляется. Удлинение неплохое очень даже. Ну вот по 5-балловой шкале я бы сказала, что удлинение великолепное на 4,5 балла. Наверное, даже на 4. Вот. Next Level, конечно, удлиняет пышнее. Как бы пышнее, но это вот больше разделяет, расчесывает. И вот лично для моих ресниц эта кисточка очень-очень удобная. И обратите внимание, что она удобна до такой степени, что я нигде практически не налепала. Так, макаем второй раз. Смотрим, как будет второй слой. Отлично наслаивается, без комков, вообще без единой претензии. И со второго слоя дает уже очень хорошую длину. Или как мы с девчонками прикалываемся, со второго погружения. Да, то есть смотрите, шикарно. Мне кажется, очень красиво. Ну, что могу сказать, тушь понравилась. А вот эту тушь сейчас при вас открою первый раз. Так, ага. Давайте же смотреть. Ой, такая маленькая кисточка, хорошенькая, да. Тушь прям черная-черная. Вот ее я буду пробовать. Великолепно просто. Ну, буду смотреть, да, то есть сейчас увидите, как оно на мне. Вот. Не знаю еще пока. То есть тут два выбора, как бы получается. Это тушь с фибровой щеточкой, та тушь с силиконовой щеточкой. То есть кому какая нравится. С коллагеном она ухаживает за ресницами, дает им рост. В общем, здорово. Сейчас будем пробовать тушь с эффектом, получается, кукольного объема. Так, мне самой очень интересно. Первый раз ее вот открыла и пользуюсь. Прям самый-самый первый раз. Значит, вот это верхний слой. Да, ну так, нормально удлиняет. Я, конечно, честно скажу, больше люблю силиконовые кисточки. Так, ну на камеру вообще шикарно. Смотрюсь в зеркало. Действительно, объем неплохой. Угу. Причем это два взмаха реснички. Угу. Кукольный объем. Кукольный объем. Да, глазик поднимает сразу, да, вот мои реснички. Кстати, пару седых уже растет. Да. Боюсь наслаивать, вдруг слипнется, конечно. Страшно наслаивать, но вот если так взять, ну, как бы нормальная длина, нормальный объем. Прям великолепно все. Как вы видите, склеивает мало. Да.
Ну и вживую говорит, хватит уже слишком много. Ну, как бы да, объем просто великолепный. Ну, мне такая история нравится. Да, сразу видно, который глаз крупнее. Да. Если сравнить, да, вот эту же мою длину и длину этих ресниц, конечно, разница феноменальная. Похвалю. Классная тушь. Мои дорогие, с вами была Конова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых обзорчиках.